Знаменитый мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу «Коротышка» снова ушел от облавы. Полиции говорят, что один из самых разыскиваемых преступников Америки был ранен в ногу и голову, однако не уточняют, как это произошло. Гусман был задержан 2 года назад, но в июле этого года сбежал из тюрьмы по прорытому подземному ходу длиной в 1,5 километра.